Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала точку зрения о том, что она решила покинуть Академию Евгения Плющенко из-за обиды на то, что тренеры переключили основное внимание на Александру Трусову и Алену Косторную. «Ни в коем случае не нужно искать какой-то подтекст в моих словах. Недостатка внимания со стороны тренеров в «Ангелах» Плющенко не ощущала. Наличие сильных конкурентов в группе только мотивирует и заряжает энергией, особенно таких, как Трусова и Косторная. У нас не было общих тренировок, но не обратить внимания на то, как работает на льду Александра, просто невозможно. Она великий труженик. Она все время заряжена на исполнение четверных прыжков на тренировке. Была просто восхищена такой работоспособностью. Основной площадкой «Ангелов» Плющенко сейчас стали подмосковные горки. Там построили новый каток, но группа Волкова туда не пришла. Изменились условия для тренировок, стало меньше льда, сказала Константинова. Она также признала, что не жалеет о времени, проведенной в Академии Плющенко. «Мне, в принципе, не свойственно о чем-то жалеть. Это жизненная позиция, а уж жалеть о переходе вовсе не стоит. Очень довольна, что тренировался у Александра Сергеевича Волкова и Евгения Викторовича Плющенко. Для меня это был неоценимый опыт, кардинально поменяло все. Поначалу меня словно холодным душем окатили. Помогли за короткое время набрать оптимальную форму. Никогда прежде не работала так, как в Москве. Стала более дисциплинированной. Новые наставники подчеркивали, что нельзя акцентировать внимание на неудачах, а нужно концентрироваться на тренировочном процессе. Иногда после двух полных прокатов буквально заставляли делать третий, хотя порой даже сил не было», – рассказала фигуристка.